Несколько следующих занятий мы с вами будем разбирать инструменты ретуширования. Вообще эти инструменты больше подходят для обработки фотографий, точнее идеально там убрать прыщи, красноту глаз и многое другое. Поэтому вы сможете их применять не только при создании, там, редактировании дизайна шапки, там, какой-нибудь на своем сайте, но также сможете после просмотра этих нескольких видеоуроков спокойно редактировать свои любимые фотографии, то есть делать их еще лучше, делать их еще красивее. Итак, поехали. В этом уроке мы с вами затронем два инструмента. Это восстанавливающая кисть и точечная восстанавливающая кисть. В первую очередь давайте выберем просто восстанавливающую кисть. Ну, если честно, то мне больше нравится точечная восстанавливающая, но это вы сами поймете почему. Итак, обратите внимание сразу на панель атрибутов. Здесь мы можем выставлять размер нашей кисточки, пускай будет 15 пикселей. И жесткости интервалы. В принципе, хочу сразу заметить, что чем меньше объект, который мы будем удалять там, с какой-нибудь фотографии или рисунка, тем лучше будет работать данная кисточка. Итак, в комплекте данного видеоурока идут два файла картинки. Это 13.11 и 13.12. Откройте их, пожалуйста, в фотошопе. И давайте сразу переключимся на картинку 13.11 я сделаю сразу масштаб один к одному и обратите внимание что на этой картинке идет куча всяких снежинок поэтому чтобы удалить какую то снежинку вручную придется сзади подбирать еще более менее внятный фон но при помощи восстанавливающей кисти мы это сможем сделать сами и фон не надо будет ничего восстанавливать за, его, за нас его восстановит программа photoshop Итак, допустим, мы хотим удалить вот данную вот снежиночку. Просто зажимаем клавишу Alt рядом с ней. И указываем кисти, какой фон брать за основу. То есть берите более-менее однородный фон. И просто щелкаем вот по этой снежинке. Бац. Так, стоп. Я не щелкнул, а нажал. Вот. Так, видим. Пропало все спокойно здесь. Видим, тоже можем так мы дальше пойти. Если попробовать сделать на в таком темном фоне, то будет немножечко, э, может появиться такая светленькая прыгалина. Если такая прыгалина будет появляться, просто опять-таки нажимаете клавишу Alt, выбираете фон потемнее для вашей снежинки и опять же делаете вот ее цвет. Вот обратите сейчас внимание, я выбрал черный фон и Photoshop оставил вот такое вот пятно, видим его. Так, давайте я это все назад верну. Ctrl Z. Дальше. Идем, ну, думаю, с восстанавливающей кистью. Понятно, чем же отличается точечная восстанавливающая кисть. Ее я люблю больше, чем просто восстанавливающую. Почему? Потому что не надо заморачиваться с фоном. Я просто выбираю данную кисточку. И давайте попробуем сейчас удалить на уже другой картинке вот эти пару листочков. Ну вот, вот эти два листочка, давайте попробуем удалить. Итак, выбрали точечную восстанавливающую кисть и Давайте водить. Просто зажимаете мышкой и вводите. Так, видим, как она все хорошо убирает. Далее тоже можно то же самое попробовать с этим листиком. Но обратите внимание удалять мелкие объекты, ей удобно. Как бы видим, она пытается что-то удалить, но когда объект большой, то она будет его наоборот заполнять. И если вы хотите удалить такой объект при помощи именно кисточки восстанавливающей, то надо сразу этот объект таким вот макаром обводить. То есть, чтобы дополнительно захватывался еще и фон. Такс, 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 такс. Вот так, видим. В принципе, нормально все обработало. Теперь попробуйте у себя пообрабатывать несколько фотографий там можете своих можете дальше над этими же самыми издеваться главное помучайтесь с этими кисточками чтобы инфа у вас отложилась в вашей голове которую я вам сейчас дал то есть чтобы вы про них просто-напросто помнили ну и ну и запоминайте следующее, что чем меньше размер объекта, который мы удаляем при помощи кисточки, тем лучше будет качество. Если надо удалить размер действительно большой какой-то, то мы будем использовать другой инструмент, а какой? Это я вам уже расскажу в следующем уроке.